Я и мой хвост. Учимся по елочке. Здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что это за собаки у вас? Это самоедская северная ездовая собака, самоедская лайка. А самоед, потому что она сама едет? Да, можно так сказать. Есть поверье, что зимой сани сами по себе едут, потому что собак в снегу не видно, когда они везут сани. А для охраны такая собака подойдет? Нет. Для... Эта собака очень компанейская. То есть, если на нее нагрузить... Если на нее нагрузить, она еще сама увезет, да? Да, да. Можно и так сказать. А где лучше содержать такую собаку? Это собака вольерного типа. То есть, содержать ее лучше на своем участке в вольере. А в квартире? Нет, тяжело достаточно содержать. Но некоторые содержат, некоторым это нравится. Но я думаю, что собакам это будет тяжело, некомфортно. А как их зовут? Вот эту красотку зовут Джесси, а это ее брат Рич. Пожелаем ему удачи. Спасибо большое вам. Спасибо. Вам спасибо.